Так, сорвалась первый раз запись. Это обзор прошивки Arrow OS. Здесь телефон Asus Zenfone 3. Я думаю, они делают для разных телефонов. Хорошая прошивка вполне. Никаких претензий к ней нету. Вот она называется Arrow OS. Она обновляется. Можно зайти о телефоне, посмотреть. И даже она скачивает обновление в настройки, если зайти, она скачивает следующее свое обновление безопасности, что бывает даже редко. Приходится самому как-то скачивать. Здесь все удобно сделано. Тема почему-то у меня переключилась на черную. Google приложение у меня сейчас не стоит. Ну и мне просто и неохота ставить. Все остальное ставится. Единственное, некоторые программки у меня почему-то не заработали. Редактор MovAvi не заработал. Пишет, что разрешения не даны. Но разрешение я дал на запись. Запись на память. Какая-то странность, то ли программка это, то ли именно с прошивкой связана. Здесь совершенно пустая, она очень шустрая прошивочка. В настройках я не вижу отдельного пункта даже с ее настройками именно для Arrow OS. Так, что у меня здесь? Занимает она немного, отлично. Так. Для любителей именно минимализма просто отлично будет. Я просто хочу, я, может быть, и оставил бы ее, но хочу посмотреть другие, какие есть прошивки, там Resurrection, еще какие-то есть. Хотя на самом деле они примерно все похожие. Есть со встроенным. А, перед этим у меня стоял Pixel Experience. Pixel Experience. Там Google программки стоят. Ну, ничего такого особенного я не заметил. По каким-то этим нововведениям пикселевским я тоже не страдаю. Вполне нормально стояло, но место забилось, и я решил все стереть в телефоне и заодно посмотреть, что за прошивки есть. Естественно, должен быть рекавери стоять, и через него вы устанавливаете. Ничего не стирается, все прекрасно ставится. Ну, именно на этом телефоне вообще никаких проблем не возникло. Так что рекавери должен, загрузчик разблокированный, дальше вы скачиваете, ставится, и обновляется она сама через интернет. Все сделано отлично, так что вполне рекомендую. Google аппликации эти можно ставить, я просто сразу не поставил, можно было сразу OpenGAPS эти ставить через рекавери. Ну, в общем-то, все. Какие-то, я же говорю, настроек особых я не нашел. Именно как в Resurrection выделено. Ну, это и неплохо к тому, кто любит минимализм. Сейчас я еще сразу попытаюсь снять второй ролик. Очень интересный рекавери. Появился такой для Asus'ов. Может быть, и для других телефонов они делают. На этом все. До свидания. Пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления.